Догоняй! Чипсы Дизель. Заправься по полной. Женщина, а вы не ошиблись? Этот стол на имя Сережи Ермолаева. Это ты, дорогая моя, ошиблась. Здесь ресторан, а не сауна. Хотя я вспомнила, Сережа ведь предупреждал, что за столом меня будет встречать Алабай в клипсах. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, девушка, я уже все заказала. Нет, я не официантка. В смысле, официантка, но не здесь. Это ж номер на имя Сережи Ермолаева. Ой, номер, я просто еще в гостинице подрабатываю. Все правильно, да? Ну, хорошочка. Хорошочка. Так, подождите. Что мы имеем? Кутана. Кей для бильярда. Подождите, это розыгрыш, что ли, какой-то? А, это как это ребус, да? Я видела, по-моему, в шоу «Где логика?». Угу. А ну, красавчик, помоги. Не помог. Так, что происходит? Всем привет. Извините за опоздание, пожалуйста. Вообще, сейчас сразу отвечу на вопрос, который в воздухе повис. Вы друг с другом не знакомы. Поэтому знакомьтесь, это вот посерединке моя жена, вон там моя любовница, а это женщина, с которой я сплю, когда любовница не может. Между прочим, я стопудовый вариант. Поэтому ты и здесь. Попала. В общем, смотрите, какая ситуация. У меня небольшие финансовые трудности, поэтому вас троих я больше не тяну. Нам нужно как-то подзатянуть пояса, что ли. В смысле? У тебя есть любовница? В смысле подзатянуть пояса? Спасибо, что позвал, очень тепло здесь. Да, пожалуйста. Я не поняла, какая любовница? А как же я? Оля, ты жена, ты мой друг, я мать твою знаю. Ну должна же ты меня понимать в конце концов. А сейчас нам нужно объединиться, хорошенечко подумать и решить, как вот с этой проблемой справляться. Но Антошенька хотя бы институт закончит. Оля, я твоему старшему брату чем смог, тем помог, понимаешь? Ему 56 лет, дальше все только от него зависит. Пупсик, подожди, но я надеюсь, ты продолжишь мне снимать квартиру в центре Москвы на Чеховской. Ну вот давай слово «Чеховская» тоже подожмем маленько. Теперь будет не «Чеховская», а «Чехов». Это... Подожди, это какой-то загородный жилой комплекс? Ну это скорее загородный жилой город такой. Я извиняюсь, а по мне что? А, поход в силе. Класс, я уже гитару нашла. Зашибись. Значит, ей ты платишь за квартиру, а мне ты заплатил за МРТ. Бо! Оля, ты жена, ты мой товарищ. Я тебе в туалет бумагу приносил. А с ней у меня просто секс. А со мной, значит, просто сексом заниматься нельзя. Оля, ты жена. Ты понимаешь, для тебя секс — это подарок на праздник. Хорошо. Вчера был День Святого Валентина. Где мой подарок? Оля, это выдуманный праздник. Дождись Дня полиции, господи. Короче, предлагаю следующую схему. Сейчас мы по всем фронтам поджимаемся, да? Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить. Это и дешево, и полезно. Много ходить. Подожди, Пупсик, но я надеюсь, что по морям мы с тобой продолжаем летать? Продолжаем, только теперь к морям добавляем слова Лаптевых или Каспийская, допустим. С тобой все по-прежнему, ты продолжаешь ездить на переднем сиденье автомобиля. Это очень здорово. Там, если вот так приборную панель рукой закрыть, кажется, как будто быстро бежишь.
Ты моя впечатлюля. Слушай, я прям в шоке, честно слово. Ты ее еще и на моря возил? Значит, меня ты в Минводы в санаторий запихнул этот душ Шарко принимать, а ее на моря. Вот так. Оля, ты не выездная, ты майор МВД, я здесь при чем? Хорошо. И когда мы начинаем ведь подзатягивать эти пояса? А вот прямо сейчас и начинаем. Сейчас нам счет принесут, и каждый платит сам за себя, кто что заказывал. А я у них только зарядку на Huawei просила. У них не было, но ничего страшного. Красава. Значит так, Сережа, тебе 40 лет, и ты бедный. До следующих 90-х у нас еще 70 лет. А я столько не выдержу, я тебя бросаю, понял? Надеюсь, шубу возвращать не нужно? Да, оставь себе. Знаешь что? Свинота ты, понятно? Я все могла понять. Ну извини меня, спереть шубу у жены родной? По-моему, это перебор. Я с тобой развожусь, козлина. Может, шарфик тоже тогда вернуть ей? Да не, у нее два. Тогда что? Ко мне? Поехали. Поехали. Так, хорошочек. Опа, а ты что в одной туфле? Собака на улице вторую отобрала. Респект и уважуха. Смех без правил. Welcome, детка. Главное, что эта песня нравится моей маме. Кайф. Comedy Battle. Погнали. Лисан, я люблю тебя. Давайте начинать. Это импровизация. Больше не боль. У него было все, кроме собственного вечернего шоу. Шоу «Воли». 16 апреля в 9 вечера. Премьера на ТНТ.